Здравствуйте, дорогие зрители, на связи IT District. И вы знаете, мне очень часто пишут в комментариях или в личку о том, как можно заработать на сайтах, или также очень часто меня спрашивают, как создать онлайн-кинотеатр, как создать сайт с фильмами или как создать сайт с видео. Кому будет это интересно? Это будет интересно как тем, кто прям хотят создать онлайн-кинотеатр, или тем, кто занимается видео, там, различным видеомонтажером, может, моушн-дизайнером и прочим всем пользователям, которые, чья деятельность связана с видео, или просто хотят делать видеоконтент. Забегая вперед, я вам хочу сделать предложение. Вы можете приобрести у меня эту тему, плюс курс по полной настройке этой темы под ключ, всего лишь навсего за 500 рублей. Эта тема премиальная, то есть вы получаете и курс, и эту тему. Получаете курс и эту тему оформления, подарок от меня, плюс одну бесплатную консультацию. Почему этот запрос очень так востребован? Дело в том, что использование сайтов делится на две категории. Первая категория, когда используется сайт для своей профессиональной деятельности, либо вы фотограф, либо дизайнер, либо вы занимаетесь продажей через интернет-магазин, либо вы монетизируете контент сайта. Вот этот вариант подходит для тех, кто хочет монетизировать контент для сайта и иметь пассивный доход, потому что, ну, грубо говоря, вы просто размещаете видео и зарабатываете на просмотре, на просмотрах, либо этот вариант будет интересен тем, кто занимается именно видеоконтентом и чья сфера деятельности связана с видео. То есть вы можете продвигать себя как профессионала. Этот сайт, этот шаблон именно заточен под видеоконтент. То есть мы видим вот такую шапочку, да, соцсети. Ну, три поста получается. И вот, получается, у нас есть карточки с фильмами, либо карточки с вашими видеоработами. Как вам удобно. Здесь можно презентовать себя, еще вот такую карточку с фильмами, карточки с фильмами сделать, либо карточки с вашими работами. Ну, допустим, по категориям разделить. Тут отзывы можно поставить, если вы занимаетесь видео и на профессиональной основе все это делаете. И вот здесь можете также в виде вот таких вкладок, по вкладкам размещать видеоконтент. Еще раз вы можете о себе рассказать и разместить, допустим, лучшие свои работы, либо топ-фильмов, как вам удобно, в зависимости от того, что вам интересно. Ну, это можете скрыть эту область, либо как-то ее под себя настроить, и новости о себе поставить, либо новости кинотеатра. Да? Давайте зайдем в карточку с фильмом, допустим, «Гладиатор». Кстати говоря, вы уже вот здесь можете трейлер посмотреть, выезжает вот такая вот панелечка. И если вы занимаетесь видео или вы моушен дизайнер, то вы прекрасно понимаете, что все свои работы размещаются на Vimeo. Так вот, тут уже прямая интеграция с Vimeo сделана. Это вам так, как нюанс. И смотрите, давайте зайдем в «Гладиатор». Тут идет баннер, тут вы можете различные другие фильмы предлагать, либо свои какие-то посты, либо работы. И вот здесь сюда встраивается плеер для просмотра фильма. Как встроить плеер? Где брать фильмы? Вся эта информация будет доступна в курсе. То есть вы приобретаете тему и сам курс. И в курсе будет полная настройка с нуля, установка, интеграция, все это под ключ, доведение вас до конечного результата. В общем, так выглядит именно карточка с фильмом. Есть такая страница. Тут куча различных страниц. Вы можете выбрать для себя самый удобный вариант. Вот я зашел, о вас можно тут информацию различную представить. Если вы, допустим, моушен дизайнер. Контакты. Кстати, я также в курсе расскажу о том, как подключать подписку к вашему сайту. То есть делать контент платный, прям монетизировать его на сайте. Вы можете монетизировать либо через размещение рекламы, либо через платные просмотры. Все это будет в курсе, все про это я вам расскажу. И вот для доказательства моих слов, здесь прям предусмотрена вот подписка. Можете подключать подписочку. И тут несколько вариантов. Кстати, главной страницы есть вариант вот такой с главной страницы. Да, есть вариант третий еще с главной страницы. Немножко, ну, почти похожий, да. А вот первый, мне кажется, самый он идеальный. Вот. В общем, очень классное решение для всех, кто хочет либо для себя сайт с видеоконтентом, либо онлайн-кинотеатр, либо сайт для моушн-дизайнеров. Я рекомендую всем использовать эту тему для тех, кто хочет именно заниматься видеоконтентом. Почему такая цена? Все очень просто. У меня есть порядка 5 лицензий. Поэтому спешите записаться на курс и получить эту тему. Я покупал эту тему оптом, и у меня осталось всего лишь 5 лицензий. Поэтому я делаю такую распродажу. Поэтому спешите, чтобы заказать эту тему оформления. Тема очень достойная.
Для связи со мной есть все ссылки в описании. Можете мне написать ВКонтакт, либо в Facebook, либо на e-mail, либо просто заполнить форму. Я с вами свяжусь, и мы обо всем с вами договоримся. Если вам нужен онлайн-кинотеатр, либо сайт для фотографа, либо для монтажера, либо сайт для видео, сайт с видеоми, либо сайт для моушн-дизайнера, для того, чтобы показывать ваши все работы, то я вам крайне рекомендую обратить внимание на этот сайт. Ссылки для связи со мной есть в описании. На связи был IT District. На сегодня у меня все. Всем пока.